Вот нам важно, чтобы молодые люди уже со школьной скамьи формировались как предприниматели. Что для этого нужно? Она все-таки вот уже успешный предприниматель. Карабиш мы нашли, да? Ой, да. Да. Уже вот клиент, господин Титонг ваш. Очень... Угости, Анищенко. От нервов точно. Да, это продвижение. Это если в Думу еще вы с собой увезете, покажете. Только этими буду заниматься во время пленарного. Нет, мы вам дадим это, в упаковке. В пленарном заседании буду. Да. Николь, пожалуйста.